Так, вот такой вот патрон для сверел решил я сделать новую, так как с резьбой у меня не получилось. Теперь начну все по новой. Это под конус точить надо и затем нарезать резьбу. Так как я резьбу еще не умею резать, буду учиться. Ну, чуть-чуть подровнял, вроде бы процесс пошел потихоньку. Старт, конечно, для него твердоватая, так скажем. Очень тяжело идет. Блин, я, конечно, ее равнял чуть ли не кувалдой. Не ожидал, что она такая твердая. Ну вот, отрезал, ладно, дальше продолжим потихоньку. Ну, края надо обработать чуть-чуть. Ну, что вам хочу сказать. Самодельные резачки тоже очень даже неплохо режут. Благодарен тем людям, кто это придумал. Очень просто. Легко сделать, быстро, я уже об этом показывал. Не нравится, по крайней мере. Так, ну теперь вот эту часть надо сделать под резьбу. Так, сначала надо ее выровнять. Сейчас ее перекрутим. И заднюю бабку так до центра я еще и не подогнал. Очень близко, но, к сожалению, мою пластину надо подработать на фрезерном станке чуть-чуть, совсем самую малость, я даже не знаю сколько сотых пока. Нет, сейчас попробую еще чуть-чуть потолще. Нет, это не нравится. Что-то мне это не нравится. Еще какого качества сверлышки? Там мне сверлышко попалось вообще, блин, странное. По поводу выставления резака в высоту центра, пересмотрел много всяких способов. Как-то у меня сам собой такой получился. Вот я знаю, один раз выставил, знаю, что у меня 45 миллиметров штангельциркуль здесь с одной стороны идеально ровный. Я его поставил, и вот сейчас он у меня где-то ниже стоит примерно, ну, скажем, на глаз, ну, не знаю, сотые, наверное, какие-то. Едва-едва не задевает. С наружной стороны, если он самую малость ниже, это я смотрел допустимо, и сейчас я буду это пробовать. Посмотрим, как это на практике выглядит. Thank you.
Да, этот металл тяжело идет. Ну ничего, потихоньку снимем. Сколько хоть надо померить, а то я сейчас разгоню, сниму лишнее. Посмотрю сейчас. Да, диаметр, конечно, очень странный. 12,5. Шаг 1,25. Ну, здесь я смотрел, на станке написано, что есть такой шаг 1,25. Поэтому будет первая резьба, которую я пробую делать. Вернее, еще не пробую, еще не дошел до резьбы, еще надо, сколько тут забыл. Сколько у меня в данный момент миллиметр, полтора, больше чем полтора миллиметра еще надо снять. Честно говоря, что он вообще такую сталь берет, даже вон стружка появляется, это уже, в принципе, неплохо. Ну и для такого маленького станочка и такую твердую сталь, в принципе, еще бы подшипник попробовать. Но нужен хороший резачок. Ладно, пока поточу. Ну, попробую счистить ржавчину, вернее, тут как идет счистить? Тут, скорее всего, будет ободрать. Не идет что-то никак-то. И все, хватит. Теперь надо конус обработать. Ну тут под конец резьбы у меня только можно резаком резать, у меня больше ничего пока такого нету, но в принципе тоже можно. Все как бы с этим. Теперь здесь чуть-чуть срезать. И резьбу можно нарезать, пробовать. Потом уже конусом займемся. Или конуса потом. Так. Что вперед-то делать, ё-моё? Так, если я конус делаю,
Нет, сначала, наверное, резьбу. Потом краешек зажимать. Ну, в принципе, да, наверное. А как еще? Ладно, сейчас подумаю чуть-чуть.